6 июля спасатели адыгейского филиала ЮРПСО МЧС России вели поиск пропавшего ребенка в районе долины реки Белая и до ручья Медвежий. Дополнительно в этот же день подключилась к поиску еще одна группа адыгейских спасателей. Поисковые работы проходят в сильно пересеченной местности, ограниченной естественными препятствиями – скальными обрывами. Вчера в 16:20 в район поиска также выдвинулось 10 спасателей краснодарского филиала ЮРПСО. Сегодня к поиску ребенка подключились еще 6 сотрудников туапсинского филиала. Совместно со спасателями из Краснодара они начали подъем на Фишт. Также в 4:45 в Красную Поляну в район реки Бирюзовая выехали спасатели ЮРПСО. В 9 часов начали подъем к месту поиска. В район поиска вылетел и вертолет К-32 с 8 спасателями на борту. Среди них один кинологический расчет.